Всем привет! Покажу очень интересный, необычный рецептик, лентяйский, потому что делается супер быстро, безумно вкусный, вот вы такое точно любите. Берем лепешку тортильяс, либо круглый лаваш и намазываем на него фарш, прям вот так вот на лепешку. У меня фарш свиной, можно взять, естественно, говяжий, куриный, из индейки, какой хотите. Толстый слой не делаем, мы это все будем обжаривать буквально несколько минут, так что слишком большая толщина тут не нужна. Намазали. Посолили, поперчили, можно специи добавить на свой вкус, у меня это смесь для фарша. Сковородку на огонь, добавляем немного растительного масла и опускаем лепешку фаршем вниз. Слишком сильно огонь не делайте. Жарим на среднем огне под крышкой минуты 3-4. Пока жарится, нарезаем кружочками помидор. Режем маринованный огурчик и делаем быстрый соус. Кетчуп плюс майонез плюс чуть-чуть рассола из огурцов и пол чайной ложечки горчицы. Вот такой вот у нас получается соус. Как фарш подрумянился, убираем лепешку с огня. И вот пока фарш еще горячий, сразу на него выкладываем сыр, чтобы он успел подплавиться. Проще взять сыр в пластинках или в нарезке, ну или если вот как у меня его нету, то нарезать самим на тонкие слайсы. На сыр выкладываем помидорки, прям вот так вот по центру, у нас такой прямоугольник получается. На помидорки огурчики. Поливаем все это соусом, его мы не жалеем, чтобы у нас блюдо получилось сочным, вкусным. И сверху салат айсберг, ну или в принципе любой листовой салат, который вам нравится. Все, согнули края и можно есть пока горяченький. Очень-очень вкусно. Это что-то среднее между шаурмой и бургером. Сытно. Готовится, сами видели, за считанные минуты. Так что от всей души рекомендую повторить такой рецепт у себя дома. Заранее вам приятного аппетита.